После трагической смерти 11-летней девочки в Цивильске должны быть сделаны выводы. Об этом членам правительства заявил глава региона. Михаил Игнатьев попросил министра здравоохранения республики провести служебное расследование. Должностные лица должны были выявить потенциальную угрозу. Наркоман более 4 лет был на учете, соответственно. Ну, наверное, надо было меры какие-то принять нам, соответственно. И гаражей практически по предварительной оценке он задушил. И этого наркомана надо было привлечь к ответственности или на лечение принудительное надо было направить. Конечно, сейчас соответствующие процессуальные оценки будут. Мы будем еще обсуждать на других площадках, соответственно. Владимир Николаевич, прошу служебное расследование внутри провести. Это Цивильская больница, наркодиспансер у нас есть. Эти же меры должны были быть приняты.